Всем хай, с вами я, Кирик. Сегодня мы будем, у нас цель 10-й ранг на база. Ребята, я себе купил, не купил, я накопил себе жетоном таких таких разноцветных, короче, вот. И себе выбрал базу, он имбовый чел, вот. Вот он, я сегодня его получил, и новый эпический боец у меня — это Стью. И погнали. На аккаунте у нас, в режиме на аккаунте у нас 3 квеста, нормальных таких. Я сейчас коплю на Эдгара. Погнали. Блин. Перечусь как печаль. Блин, что за фигня у меня? А ну-ка, чел. Я убил. Вот, ребята, он так может. Давайте посмотрим у него уже ульту. Блин. Я его очень быстро убью. Опа-на. Погнали. Вот так загасили. Блин, мне просто лагало что-то. Так. Погнали. Блин, это жестко. Мы выиграли. Мы звездные игроки. Я звездный игрок. 500, 250 и 250. Ага. У меня дофигища. У меня там где-то 40 квестов. Засчитал сегодня 42 минус. Получается, у меня там их 39 квестов еще. Я не донил, набрал бас. У меня его нету. Пусту я за гема купил, если честно. Я там у него копил. Еду. Вот, у меня там... Короче, 50 гемов он там надо было. 50 с лишним гемов у меня там хватало. Все. Я решил купить его. Вот. Так. Погнали дальше. Бабайка, блин. Знаешь, почему блин на жареном? Потому что я хотел там блин на жареном масле. У меня там еще одно слово не вместилось. Вот. А теперь я хотел поменять на Керик ТВ вчера. Блин. И вот. Там за гемы. 50 штук надо было, чтобы сменить имя. 50 штук. Они издеваются? Автоматически. Так. Ебой, мы выиграли этот раунд. Так, остановились. Так. Я не знаю. Ворона выбили. Фрэнку капец. А ну-ка. Подойди, челы, стоять! Нам конец. Не конец, Фрэнк, я тебя верю. А ты мне не веришь. Нам капец, просто все. Давай, добей ты уже! Ему капец. Надо было ворона дубасить, он дебил. Решающий раунд.
Вау. Ой, даже не знал, что у меня такое есть. И вот эти иконки там, вот это я не люблю. Я люблю, когда ящики, там маленький подарок, не знаю. Но ящиков сейчас больше нету. Brawl Moves, там, короче, ящики были. Блин, мы проиграли. К сожалению, проиграли. Минус один. Все некоторые донатят, я таких не уважаю. Как тебе мой донатный скин? Я говорю, вообще, так себе. Потому что донатить, я не люблю тех, которые донатят. Да, я хотел сдонатить там. Набрал пас. Набрал пас, потому что брал пас ты копить можешь только год максимум. Погнали. Здорово! Ах ты ж! А кто убил-то? Погнали. Стью, давай. Ура. Если вы хотите, сегодня еще немного покажу вам Стью. Я там на него покажу гаджет, не покупал ничего. Вот. Я вообще всех прокачиваю там. Шестых у меня там. Да, шестые. У меня там только два шестых. Которые на шестом ранге. Ой-ё, мне капец. Куда? Ну почему я двигаться не могу, ёшкин кот? Пам. Пам. Повторный ход. Полагает, что-то у меня тут все. Ладно. Подключение к серверу. Кто победит, Сквик или Динамайк? Конечно же, Сквик! Не, я так и знал. Так. Погнали. Привет, тик-тик, тик-ток, тик-ток. Тик-ток, тик-ток. Тик – это половинка тик-ток. Мы выиграем. Мне кажется, мы выиграем. 100%. Вот Эдгар – это вообще боец имба. Последний раунд. Хочу на кого-нибудь напасть сейчас. У меня есть ульта. Ульта у него это зашибись просто. Здорово! На! Вы издеваетесь надо мной? Бебрик, победи, пожалуйста. Ебой! Бебрик победил. Давайте посмотрим. Что тут у нас? Плюс 20. Ага. У меня тут 17 пока что уровень. Потому что я долго что-то не заходил сюда. Вот. Вот. 95. Вот. Разблокировал 108. Я могу тут сменить. Либо на Эмс, либо на ПМ.
Не, ну Энгар вообще очень крутой, я не хочу его сменять. Реально. Леги у меня только через 3 бойца пойдут, Леон. Я Леона хочу сейчас копить. Не, ну... Я не знаю. Напишу в комментах, кто донил Brawl Stars и сколько. Мне интересно будет почитать. Здорово! Куда? 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 Да куда ж ты идешь? Блин. Я случайно. Вот это у меня на... На Греем, или как там его... Вот это, на Грея у меня там вот этого бойца. Короче, он у меня на 6-м ранге. На 3-м. Да, на 3-м. Вот. Амогус, Могус, Могус. Не попадешь, не попадешь, не попадешь. Нафига ты со мной спрятался, чел? О, ребят, сейчас они придут. Сейчас мы их загасим. Я спалился. Давай, чел. И погнал! О, вы видели, как мощно я убил. Это было мощно. О, давай, давай. Не, ну бас это вообще. Мне друг посоветовал брать базом. Я не пожалел. Гавса я не хотел. Гавса не хочется. Блин. Мой ник Бравля, это ник на жар... Фу. Это, блин, на жареном. Оставлю свой ник в Роблоксе. То есть... Ник мой, который в Роблоксе. Я напишу под этим комментарием. Не осуждайте меня. Мне там просто друг выбирал, короче. Я не знаю, как сменить. Это проблемка. Вот вообще я за Эдгара играл, ну, с Бравл. Обзор на ну с Бравл. Там просто миллион гемов. Это капец. Я просто офигел. У меня там просто все максимальные силы. Можно за Легу играть. Все скины там. Ящики там есть, я офигел. Это богу, это блин. Надо было спрятаться. Там, короче, боговое что-то. Оу, чел, это чел. Ладно, ну ок, тогда будем по-другому. А ну-ка, пацаны, давайте, я вас жду. Антошка, Антошка. То есть ТикТока лайк. Я буду знать. Ебо, я даже не двигался. ТикТок я зырю постоянно. Не, ну там очень смешно, я юмор люблю. Блин. Давай, ебой, хорош, хорош. А где Бея? Бея или Бея или Бия? К.
как произносить правильно? Давай, давай. Бен, давай. Жалко, что другим нельзя телепортнуться. Бе, давай, выходи. Ты его сейчас фартанешь. Он... Е-бой, я так и знал. У нас уже 8-й ранг. Так, все согласились играть дальше. Мне интересно будет, какая будет там новая. Кушает. Мне скинов мало. Давно сюда не заходил. Они крысы, вот просто. Brawl Stars это просто. Они крысы. Я их, короче, там квесты сохранял на обнову. Я убил. Дуэль! Ура! Дуэль. Ну давай, сорян. Давай! Почти! Роза, блин, мимоза. Ненавижу ее. Я спрятался в кусты, у меня уже ульта была. Здоров, Роза. А где Лиза? Раунд выигран. Бехар. Чел хорош. Бравл Старс. Я не то хотел показать. Блин, я тоже это не то хотел. Блин. Вот теперь нормал. Блин. Мы проиграли. -2. Вот, 250 выполнил. Нормал. Монетки забрать. Так. Погнали. Я уже решил включить бой. Опа-на. Нормально. Первый раунд мы выиграли. Мы выиграли. О, ребята, у нас квест выполнился. Мы на 19 уровне. Следующий у нас 95 таких бонусов. Так. Убьёшь, гей. Тогда я морщится и буду трогать. Я его загасил. На. Ебой, я думал, что я умру. Блин, я умер. Жалко. Давай, гаси. Нам конец. Франк это... Это капец полный. Так.
Ебой. Мы выиграли. Слава богу. Все 101. Все 101. Давай. Блин. Я ж один остался, если так быстро просто было. Ладно, сейчас кого-то убьем. 3-3. 100 я убил кое-кого. Все пишется за главной буквой, если что. Сразу видно, малолетка играет. Первак. Первак играет. Не, ну реально. Мне кажется, мы проиграем. Ебой! Это вообще такой жесткий поворот сейчас был. Фрэнк хорош, Фрэнк хорош. Играть снова. Давайте последний наш бой в нокауте, а потом уже партнер там что-нибудь будет, не знаю. Или броубул. Брубл прикольно будет. Пишите в комментариях, кого мне слепить. Фига кто-то пошел. Не осуждайте, я бравлю, ну, нуб. Воу! Это жестко. Вообще сейчас умеет. Ебой, давай! Давай! Ес! Ебой! Так, теперь надо не облажаться. Бас, это у него атака, вот. Небольшая такая, как Хель Прима. Нита, блин, осталось не то. Чего это было? Чего это было? Я с про каким-то играю. Давай! Гась! Ты чё? Давай! Ебой. Плюс 8. У нас же 9 ранг. О, у нас на каусе немного тут осталось. Ну ладно, давайте еще один. Было, потому что у меня тут сколько квест выполнится. О, там тоже бас есть. Бас, он стильный такой это. А может мне базу слепить? Не знаю, братаны. Оп, ебой. Бас загасил база. Давайте, пацаны, идите сюда. Мы держимся. 2-2. Парное столкновение. Блин! Давай, ёшкин кот. Жалко.
Сейчас надо кого-то убить 100%. Давай, базок. Бас, ну иди сюда. Блин. Трэш. Мощно, блин. Не задавай. Квест выполнился. Так, забираем. Угу. Это он вообще мощный боец. Мне нравится его. Кого тут можно прокачать? Давайте база. Пятая сила у него тут. Стил. Еще одного кого мы можем прокачать? У Карла. Нормально. Ой. Так. Все-таки мы на аккаунте останемся. Это нормальный такой режим. Ебой. 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 Это ебой. Надо при них дизлайки показывать. Один еще остался. Ебой. Мы выиграли. Плюс 40. Ага. Теперь у нас тут 500. Потом 600 будет. Бас — это дракон. А я думал сначала, что это крокодил. Блин, блин. Идите нафиг. Я здесь потасуюсь. Ок. Ладно. Надо было туда идти, в другую сторону, блин. Все, братан, иди сюда. И что за? Чего? Блин, Динамайк. Динамайку хана. Или им всем хана. Нам хана. Угу. Давайте другой режим теперь. Ух.
И от горами подойди. О, вообще бабло посыпалось. Опа, на это кажется. Что ты со мной хочешь? Ебой. И попал. Мне надо подзарядиться. Давай, давай. Yes, yes. Мороженчик. Вау, лу, блин. Столкновение. Ебой. Я думал, что зацеплюсь и добью его. Так. Еще немножко осталось, ребята. Я не согласилась с нами играть. Ну, вот так. Да блин, мне это бесит, что я далеко не могу стрелять. Поэтому я и выбрал бас, потому что с ним сложно, а так интереснее. Ай, Карл, Карл, Карл! Карл, 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 убеги! Убегай, давай, добей! Или убегай, кто знает. Фига ты он там показал, что ты там прячешься. Вот нафига ты показал-то? Блин, третье место. У нас еще немножко, ребят, осталось. Еще один кубок. Мы должны хотя бы до третьего места дожить. Ах ты ж ё... Да ё-моё, чё мне лагает? Всё, задолбали. Не надо, не надо, не надо! Ну за что? За что, скажите мне? Так, ребят, у нас есть подарок в магазине. Это 40 радужных хрома... Хромокредиты. Хромокредиты. Блин. Чат у меня тут. Так. Погнали. Еще нам нужно 3 кубка. Ой-ой-ой-ой-ой, надо убегать, надо убегать. А ну-ка, Эль, ебой, давай! 2, ес, мы прошли, нам кубки дадут. Давай. О, лайт, лайтово. Чел, ты где? Так. А вот это что за круг вокруг меня? Ой, Эдгар, Эдгар, привет. На, давай. Yes, первое место. Мы молодцы. Точнее, я молодец. Ладно, мы.
Ребята, у нас здесь 10-й ранг. Мы этого добились. Нам бы. Ну что ж, ребята. Походу все. Пишите в комментариях, кого мне слепить, во что мне поиграть, какого мне бойца отвести. Не, ну, наверное, будет Стил следующий. Или Фрэнк. Не, Стил. Или там, не знаю, там. Не, мне кажется, Грей, он. Не, у меня он на малом ранге. Вот, ребята. Предлагайте, что мне поиграть, кого мне слепить. С вами был я, Керик ТВ. Всем удачи, всем пока-пока.